Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Напишите имена в комментариях, чтобы мы помолились за вас и ваших близких. Поделитесь этим видео с человеком, который нуждается в этой молитве. О премилосердная Владычица, к Твоему заступлению ныне прибегаем. Но милостивно услыши нас, жен, детей, матерей и тяжким недугом пьянства одержимых. Итого ради от Матери Своей Я, Церкви Христовой и спасения отпадающих, братьев и сестер и сродник наших, исцели. О, милостивая Мать Божия, коснись сердец их, и скоро восстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешение наше, и не отвратит милости Своей Я от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Прими, Пресвятая Богородица, молитвы матерей, о чадях своих слезы проливающих, жен, о мужах своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблудшими оставленных, и всех нас к иконе Твоей преподающих. И да приидет сей вопль наш молитвами Твоими ко престолу Всевышнего. Покрый и соблюди нас от лукавого ловления и всех козней вражьих. В страшный же час исхода нашего помози пройти непреткновенно воздушное мытарство. Молитвами Твоими избави нас вечного осуждения, да покроет нас милость Божия нескончаемые веки веков. Аминь.